Дагестан в лидерах по числу штрафов за нарушение режима самоизоляции. Общая сумма назначенных штрафов по карантинным статьям почти 1 миллиард рублей. Дагестан оказался на третьем месте по количеству протоколов, а это более 20 тысяч, уступив только Татарстану и Краснодарскому краю. В общей сложности в суды страны поступило более 400 тысяч административных и уголовных дел, связанных с нарушением режима самоизоляции.